Всем привет-привет, ребята, меня зовут Женя Гейн, и в этом видео я покажу вам продукты от фирмы Цептер. Давно слышались, компания Цептер выпускает косметику, кремы, косметику для детей, косметику для мужчин, для женщин, различные штучки от целлюлита, а также кремы для рук. Обо всем об этом поподробнее вы узнаете в этом видео. Конечно же, вы все прекрасно знаете, что нам, блогерам, иногда предоставляют косметику на обзор. И когда со мной связалась компания Цептер, предложила попробовать их продукты, я, если честно, обрадовалась, потому что все-таки, да, как-никак, компания Цептер – это швейцарская косметика, которая славится, конечно же, своей посудой. И когда они сказали, что у них есть косметика, я немного удивилась. И, конечно же, я согласилась, чтобы они мне предоставили кое-что на обзор. И я, конечно же, хочу показать все это вам, потому что на самом деле у них много всего интересного. И, конечно же, хочу признаться вам в том, что практически все, что мне доставили, я ничего этого не пробовала, не тестила. Только крем для рук и все. Потому что у меня мой закончился, и как раз таки я начала им пользоваться вот уже как 2 недели. Конечно же, когда я потестю все эти продукты, и если среди них будут очень классные штучки, обязательно вам покажу видео о фаворитах. Поэтому сегодня будет вот чисто обзорное видео, какая существует у них косметика. Первое, что хочу вам показать, это очень интересный набор, который предназначен для ухода за кожей лица для женщин после 30 лет. Этот набор состоит из 4 средств. Первое, это увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, увлажняющий крем, крем для кожи вокруг глаз и мультирегенерирующий крем. Конечно же, я, как и любая нормальная девушка, когда получила эти продукты, я начала гуглить и читать там вай-рекоменд, еще где-то рекомендую отзывы об этой продукции, и практически все были отзывы положительные, что меня безумно обрадовало. И я жду не дождусь, когда попробую этот набор для лица. В продуктах не содержатся парабены, гипоаллергенные продукты, в общем, меня это радует как-никак, поэтому как бы очень интересно все это попробовать. И подходит для любого типа кожи. Конечно, это очень интересно, потому что все мы прекрасно знаем, что всегда такое идет подразделение для жирной комбинированной, для сухой отдельные средства. В общем, для всех отдельные средства. И когда производитель утверждает, что это для всех типов кожи, ну, тоже это очень интересно. У меня кожа комбинированная, ближе к жирной все-таки. И посмотрим, как он себя поведет, этот продукт, на моей коже. Жду не дождусь, когда попробую средства от целлюлита, которые мне доставила компания Цептер. Потому что они мне прислали аж 2 штуки. Это, по-видимому, для того, чтобы действительно мне хватило на целый курс массажа, да, чтобы я действительно увидела результаты. Они утверждают, что это средство зарекомендовало себя как лучшее средство от целлюлита на европейском рынке. Что структура кожи меняется, становится менее дряблой, и, ну, действительно эффект виден после 56-го дня использования. Компания подарила мне еще серию «Дары океана». Здесь матирующий гель-крем и уход за телом. Это масло для тела. Пишут, что в составе есть экстракт планктона, устриц, бурой водоросли. Здесь состав очень богатый. Морские водоросли, укроп, икра, коралловые водоросли, минералы. Ну и крем для рук, который я сейчас активно мажу на свои ручки. Его хвалят очень. И на самом деле мне он тоже понравился тем, что, во-первых, в нем большой объем, 300 мл. Этот крем с дозатором, это очень удобно. Я терпеть не могу, когда крем для рук вот откручивающийся, с крышечкой. Мне это жутко раздражает. Мне нужно подойти, вот так выдавить и... Супер. Запах у этого крема тоже очень классный. И в нем в составе есть золотые частички. Когда вы мажете руки, потом смотрите на руку, и эти частички видны. В составе есть алоэ вера, эхиноцея, пантенол, витамин В5. Также компания Цептер предоставила 3 продукта для моего мужа. Гель для бритья, бальзам после бритья и туалетная вода. Прикол заключается в том, что мой муж не пользуется бритвой. Он убирает свою бороду при помощи машинки, и поэтому ему не нужен этот лосьон, не нужен крем после бритья. Туалетная вода ему понравилась, такая, знаете, она мужская, как одеколончик такой. Ну, пахнет ничего прям такого особенного, но
Запах приятный. Придется этот наборчик подарить нашему дедушке. Я думаю, он оценит его, так как он пользуется бритвой активно. Ему он просто пригодится. Я думаю, что он оценит, и что он никогда не пользовался такой косметикой качественной. Я думаю, ему будет приятно. Да. Еще меня очень обрадовало, что компания Acceptor предоставила мне набор для ребенка. Это органическая косметика, гипоаллергенная для детей. Эта косметика прошла множество тестирований, имеет знак био, что значит, что продукция соответствует высочайшим стандартам качества на всех этапах производства. Все средства могут быть использованы с первых дней жизни, а также будущими мамочками во время беременности и кормления. Ну, еще раз повторю, что вся косметика Acceptor производится на заводе в городе Нишатель, в Швейцарии. Поэтому, конечно же, гарантия качества гарантирована, потому что швейцарская косметика, она всегда пользовалась популярностью. Ну что, я надеюсь, вам нравятся честные обзоры, когда блогер говорит о том, что действительно ему прислали на обзор. Если да, то ставьте лайки. Да, да, я такая вся честная. Если мне что-то понравится из этой косметики, я обязательно сниму видео о фаворитах, покажу вам средство, какое мне очень понравилось, либо, может быть, скажу в каком-нибудь из своих влогов об этом. Вот. Буду с вами прощаться. Пока-пока.